Я, конечно, немного устал после работы, но на еще одну, на одну серию Панч-клаба меня хватит. Значит, 10-я серия. Мы таки достигли 13 силы. Значит, дальше нам, думаю, стоит поднимать выносливость. Сконцентрироваться на этом моменте. Хотя, ну да, наверное, так все-таки. Ну, ловкость у меня тоже будет спадать, кстати. Возможно, стоило прокачать что-нибудь сюда, что ты не падешь. Хотя это очень большая трата очков. Пожалуй, нет. Да. Риса нет. Привет, Неорокс, привет. Просто Punch Club. Да, качаемся, деремся. Так. Голова пока соображается, конечно, что-то я вообще в сон клонит. Слишком рано проснулся, называется. Вперед, Росомахи. Вперед, драконы. Так. Что нам надо, значит? У нас еще сотрясение, боже. Все занятия менее эффективны. То есть сейчас тренироваться, в принципе, пока сотрясение не пройдет, можем не тренироваться. Давайте пока заработаем денег, пока у нас сотрясение мозга. Хотя и работа будет хуже, да? Ничего страшного, переживем. Давайте просто поработаем, и ловкость мы будем... Так, сегодня бой есть? Бой есть. Ловкость только надо поддерживать, чтобы она не спала. Нет, это тоже будет спадать, слушайте. Ну пошли, короче, драться. Дальше поработаем, наверное. Сальвадор Панчес. Первый раз против него дерусь. Слушайте, он какой-то топчик, у него высокая ловкость. Да. Ща гребем мы. Еще и всякие техничные штуки у него. Короче, на ловкости строится. Боюсь, с сотрясением его не победить. Да. Просто запинывает. Видите, просто моя точность против его точности. Ну не, мне надо, конечно, повышать. Все повышать. Слушайте, мне и ловкость качать надо. Тогда может пока даже не выносливость качать, а ловкость. Короче, все надо качать. Очень печально. Буду качать все, кроме силы, что ли, тогда получается. Подтягивать остальное. На самом деле, да, может открыть путь черепахи, оттуда взять. Оттуда что-то взять. Как все сложно, слушать. Да. То чувство, когда у тебя слишком высокая сила и ловкости не хватает. Просто избили. Денег нет, да. Понятненько. Сразу записываемся, очки-то все равно дают на новые навыки. 22 очка уже стоит. Угу. На стройку отправиться или в пиццерию? А давайте, кстати, да, в пиццерию. Поработаем, может, доставим специальную пиццу. Да. Славкача, да, это прям контра нашего героя, вот эти персонажи. Вот если мы камень, то вот эти персонажи бумага. Просто эти ловкие парни, конечно, такое. Давайте доставим пиццу. Так, начнем. Путь черепахи, надо поиграть в Jade Empire. Что за Jade Empire? Что-то даже не помню такое. Ну вот тут есть путь медведя, путь тигра, путь черепахи. Видите, в пути черепахи есть штука такая. Что, где он, кстати? Вот, мясной 2. Что параметр у выносливости ниже 8 не опускался. Ну до него дойти, это же надо брать другие удары. Вот какие-то энергетик, слушайте. Хочу фаз атаки противников. Твердый блок.
Кстати. То есть это вместо обычного блока можно взять твердый блок. То есть можно, если мы возьмем эту штуку, удар головой, твердый блок можно выучить. И местную N2 на самом деле. И у нас будет хороший блок новый. Тоже вариант. А в пути медведя вот есть блоки какие-то защитные? Новый блок есть? Нет, тут нового блока, кстати, нету. Значит, путь черепахи вполне вариант открыть. Нормально. Мясной щит. Мясной щит, чем плохо? Типа, я отбиваю удары собственным лицом. Боевая техника. Супер боец. А про какой герой еще вы рассуждаете, боже? Нет, не надо об этом. Так, слушайте, с показателей уже сбавились. Жаль, жаль. Все равно мы попробуем спросить о специальной пицце. Космическая пицца. Она делает хорошо. Ага. Когда-нибудь он едет жить на Кипр. Космическая пицца, конечно. О, вот особая пицца. Сейчас, короче, мы пойдем доставлять особую пиццу. Значит, Гейб, выходи, Гейб. Извини, но не выйдет. Привет автоматически. Победить Гейба. Лол, он не вышел. Это было просто. Четвертого брата Стива. А, это типа Гейб, который, ну как его, Valve, да, главное. Это типа Стив Джобс. Точно бы уже бил, потом еще кто-то был. Ну, в общем, тут четверо компьютерщиков, так сказать, известных. Победить Стива Джобса, да? Инди крокодил. Ну, мне за эту победу тогда очков ничего не дали, ничего не насыпали. Серьезно. В чем профит? Да. Так, энергия еще есть на доставку? Давайте попробуем. Доставить пиццу. Давай. Еще одну пиццу доставим. Так, я не учитель химии, я учитель информатики. Я никакой дома герыч не варю. И студенткам его не толкаю. Не надо вот тут инсинуации в чатике. Не надо, не орёт. Засекретили, да. Так. Все, едем отдыхать. И вообще еду купим, потом отдыхать. Да, все равно мало, мало. Всего мало. Поехали. Поехали пешком. Хош на мафиози. Да, мне тоже говорили так. В школе работал, такой иду в плаще, главное. Это... О, мафия идет. Шутники. Да. Потому что я так зачесываю волосы, у меня еще такой плащ кожаный с черный. Продолжаем отдыхать. Ой. Информатики хорошо разбираются в компах, а значит и в интернете, а там чего только. Ну да, слушай, ты прав в чем-то. Кстати, информатика это не тот, кто прям во всем шарит, а тот, кто может найти информацию и разобраться. Так, компьютерчик. Шляпа мафиози не хватает на стриме, как она там, шляпа Федора? Какого Федора? Не знаю. Какой-нибудь шляпа Аль Капоне, разве что. Так, бой, подпольная лига. А, опять нас их забьют, не дай бог еще раз травмируют. У нас, конечно, все неэффективно, но можем попробовать все-таки что-то догнать. Хотя бы ловкость до 4. Может, поменьше мазать будем. Не знаю. Вперед.
Смотри, микрофончик. Пардон. Вид шляпа, шляпа Федора. А ты во многом разбираешься, Роминус. Боже, как все неэффективно, слушайте, я реально... Да, да, смотрите, я столько бил грушу и с трудом качнул ловкость из-за травмы. Ладно, пошли драться, что ж поделать. Бой сам себя не... не проведет. Во. Вот реально такое чувство, что надо точность качнуть, потому что смотрите, если он попадает, он просто столько такой дэмэдж наносит. Надо погуглить, да? Шляпа Федора. Реально, у этого типа шляп есть свое название, кто же мог подумать. Так, что мы огребаем? Выносливости нету, хп нету. Опять на пинки. Просто пинки розовые, да, такой. Избивает. О боже. Давай комбу такую. Хоп-хоп. А, все, три очка сейчас. Нокаут и все. Да. Что мы узаем? Я думал, нормальный битый мап, а это. Да нормальная игра, чего? Так, 2 очка. Ты повредил свою травму. Шикарно. Короче, нужны деньги, и надо снимать травму, и тогда только смогу что-то нормально сделать. Так. У меня, кстати, очки на что-то хватает, да. Что я могу сделать? Давайте мы эту возьмем, железнолобый. Любая блокировка удара приводит к снижению ловкости противника на 30%. Против всяких ловкачей, потом еще этого размазать их возьму. Будет шикарно. Вот, берем. Возможно, хотя стоило берсерка взять. Что-то я поспешил. Нет, его урон пока потом подождет урон. Значит, мы отправляемся на заработки опять. Давайте на заработки. Так, только куда? Ну ладно, поехали сюда. Что-то мне кажется тащить на скорость атаки комбах тут имбовее. Нет, просто у меня сейчас дисбалансное развитие, очень много всего ушло. Хотя возможно, возможно. Ну я с самого начала решил попробовать, потому что балабум через ловкость пошел. Я на его стримах увижу, как это все. То есть мне стало интересно через силу пойти. Так, зачем я сюда приехал, боже. Да. Не надо было на работу ехать, боже. Я заболтался просто. Ладно, поехали сюда. Еще показатели упадут, слушайте. А я все равно ничего не сделаю. Погнали. Просто работаем. Нам нужно сейчас заработать денег, снять травму. И может купить еды. Там есть пьяный китаец, который может на нас вылечить с помощью лодки. Да. Умелец народный. Возможно, даже не китайцы, подозреваю, может, он какой-нибудь якут. Это может быть. Едем. Так, 104 куска. В принципе, можно еще поработать. Что такое дело? Да-да-да-да. Ты прикинь, какие там цены же на автобусе, о боже. Просто. Так, ладно. Ну это время экономить, что поделать. Угу. Бой, сегодня еще бой, серьезно? Так, ну бой просто лига, короче. Просто лига. Так, отправляемся к китайцу. Снимаем травму. Давай, пьяный мастер. Конечно, владею древней магией. Все, что нужно, немного водка, то есть ингредиентов. Мне бы такой быстрый мотоцикл. Да, иглоукалывание.
Все лечит иглоукалывание. Просто шикарно вылечились. Так. Значит, бой мы проведем, мы окажемся в зале, в спортзале, как раз то, что надо, и получим еще 2 очка, поспарингуемся, 2-3 очка. Ну ладно, пошли просто на шару города. Ладно, надеюсь мы... Ой, видите, точность 0,4. У меня еще ловкость ниже 4 опустилась, и просто вообще точность. Надо ловкость, короче, качать, а то я вообще ничего не выиграю. Буду мазать, и будет энергия кончаться. Я настройки на бой не изменил. Серьезно. Ой. Вот против этого как раз нужна была та штука, которую я выучил. А, я все равно выиграл, да, потому что я чудовищно силен. Я понял. Шикарно. Так, вот. Пока еще день не кончился, я у этого хочу парня потренироваться тоже. Так. Выписаться. Изи победа просто на шару. Давай спарринг. За спарринг дают $20 тратишь, зато 3 очка получим еще. Просто едешь по городу и тебе капает 30 баксов с нынешним курсом валют. Вообще имба работа была бы. Да. Бум, ничего себе. Вот, что я хотел поставить, где-то штука. Пытка, нет, не пытка, я другое хотел. Железнолобый. Если навык активен, любая блокировка удара приводит к снижению ловкости противника. Вот что шикарно. То есть я, защищаясь, буду дебафать какого-нибудь ловкого пидора. Ну, вы поняли. Да. Так, какие-то хорошие удары. В общем, мне боксерская хорошая. Апперкот много энергии пожирает. Убираем апперкот. Берем вот эту штуку. Шикарно. Просто берешь пиццу, ложишь на заднее сиденье и катишься по городу. Никому пиццу не отдаешь и зарабатываешь. Да просто не стали прорисовывать, это без деталей. Странная работа. Да. Да, конечно. Был бы так хорошо. Просто катаешься с пиццей, типа реклама пиццы. Так, значит, от травмы мы избавились. Значит, нужна энергия, нужна поесть. Моя нужна поесть. Ну, пошли, не туда. Магаз тут рядом, можно до магаза дойти. Возьмем еще пиццу, мясо, то есть. Джейма у телевый боб тусует. Так. Берем мясца. Едем домой. Ладно, едем. А любовная линия к чему привела, Нерокс? Я собрал 5 цветочков для дамы. Подарил ей 5 цветочков. Потом подарил ей подарок за $40. Просто $40 подарок, прикинь. И все, пока ничего. Дальше ничего пока не движется. Да. Пицца. Не, пицца... Самое выгодное это мясо. Крутые мужики едят мясо, там, белок, протеинчик. Хотя странно, что он тут яйца не покупает. Как бы надо яиц много есть, чтобы белок был. Кстати. Немного неправильно он питается для качка. На самом деле. Да и пицца вот этого пицца, это вообще углеводы, а не белок. Так. Значит, план такой, давайте еще поспим, потом схаваем еще кусок мяса, пойдем кровью, опять бафнемся. Так, все, мы идем в дружбану Рою. Да, поехали за деньги. Отдыхаем и идем тренироваться. Кстати, вот с этой вот давайте сейчас. Про сестру нельзя спросить? Вот, давайте поболтаем. Не болтать, влюбиться. Ты просто необыкновенно так счастлив, что мы вместе. Да, дорогой, тоже счастлива. Если ты не поменяешь меня на свои бои. Конечно же нет.
О, слушай, влюбленность появилась еще раз. Опять бафнула. Когда влюблен, больше ничего не надо. Ты тратишь меньше энергии во время тренировок и дольше остаешься сытым. О, выполнены крыльев любви. Хорошо, у вас все взаимно. Теперь главное, чтобы на все хватило времени. Ничего себе, слушайте. Вот и развитие. Все. Это пик. Как только $40 не закончится, она объявится. Да, да. Вот, возможно, заканчивается. Кстати, еще допинг не покупал. Надо будет как-то взять. У продавца эликсиров. Да? Хотя бы эту веточку закрыть. Так, я победить Стива потом. А шикарно. Ладно, давайте отдыхаем, потренируемся еще. Отдохнуть. Потом на бафах пойдем тренироваться. Ну, пивко, как тебе, Рой? Пивко? Классное пиво, да? Да, все шикарно. Пошли тренироваться. Допинг, да. Не, я не призываю употреблять допинг в реальной жизни. Это отстой, чуваки, реально, это отстой. Да, без допинга вы будете реально долго качаться. Вот, чтобы реальные мышцы большие были, это реально долго качаться. Может, 2-3 года просто. А вот с допингом вы за месяц-два уже наберете такие мышцы. Но это будет все вода, короче. Понимаете? Вы будете маленькие веса тягать. Ну, типа у вас будут мышцы. Но на деле это туфта полнейшая. Короче, одна внешний вид. И потом, конечно, проблемы могут быть совсем. Потому что вы гормональный баланс свой нарушите. Так. Значит, отправляемся мы. Допинг это плохо, понятно? Да. Не, мистер Пропер, там продавец в тренажерных, а там еще есть какой-то торговец с эликсирами, а вот на кого он похож, не знаю. Тагеры, что допинг? Это игра такая, я ни при чем. Так. Ладно, идем тренироваться. Все. Идем тренироваться на автобусе. Время экономим. На спарринг мне денег не хватит. Да. Погнали в зал. Так, силу, значит, не трогаем. Давайте попробуем ловкость набрать и выносливость набрать. Начнем тогда с маленькой этой игрушки. Надо подтянуть ловкость, а то мы вообще мажем и все такое. Ты игра все сама. Музыка шикарная такая, она не надоедает, кстати, вот так на фоне играет и просто 8-битная великолепная музыка. И хоп, спад, новый день, да, хоп, все показатели. Но это ниже 4 у меня не опускается. На самом деле, да, можно сейчас ловкость качнуть. Так, и сегодня подпольный бой. Были бы деньги, вот сейчас как раз бы вариант взять какой-то бафчик. Взять какой-то бафчик. Да. Так, а гантельки нельзя потерять. А скакалочка у них, кстати. Он тоже помогает, да? Давай, на скакалочке. Прыгаем, попрыгаем. Пятерочки, может, ловкость догоним. Ух, как он прыгает. Наш качок. В реальности наверное, не прыгнул со скакалкой. Да, такое. Вот гири поднимать это, но всякое такое, это другое. Эх, кончается. Ну, 5. Да. Слушайте, можно еще немного закрепить какой-нибудь общеразвивающей штукой или этой штукой. Давайте я немного эту гирьку. Грушку побьем. Музыка напоминает. Так, стоп.
Уличный бой на Дэнди, да и игра сама тоже. Да, напоминает такой Double Dragon какой-нибудь такой, где там ходят, дерутся, шикарные игры. Кстати, можно будет эмулятор реально поставить и порубать какую-нибудь такую игру. Вот тоже вариант. Еще про ковбоев норм была игра. Да, на Sega Dendy. Шикарные штуки. Ладно, пока еда есть, пока я еще могу что-то сделать, пошли драться. Их сейчас меня опять накостыляют, но вот смотрите, мой персонаж сколько. Ну точность хотя бы уже стала 0,7, уже не такая отстойная, не 0,4. Хотя точность, я думаю, еще надо повысить. А то очень, очень низко. Так, погнали, значит, на бой. Диви. Так, мы поменяли, поставили железного бы, еще мы, надеюсь, отразим пару их ударов по блоку. У них дебафнется ловкость, и мы накостыляем его. Давай. Блокируй, блокируй. Здесь. Ух, комба. 78 с удара, вот это я понимаю. Блок, блок, отлично. Вот у него дебафчик там висит. Эх, выносливость. За что? Нет. А, что-то не особо, да? Все равно попадает мало, надо больше локсти. Ох, отлично. Давай, второй чувак. ХП, конечно, мало осталось. Тут, кстати, локсти не так много. Ну давай, пошли. Здесь будем часто попадать. 41. Ой, ой, ой. Какую комбо, да ты... Короче, не хватило меня на двоих чуваков. Ах. Слава богу, без травмы. На... Тоже Sega лежит, только поломанная, к сожалению. У меня, кстати, Дэнди лежит, и она даже как-то с горем пополам работала. Только у меня телека нету. Сейчас, кстати, у нас продают в компьютерных магазинах, можно купить там Дэнди со встроенными играми, Sega со встроенными играми. Шикарная штука. Угу. Игра на Sega про Майкла Джексона какая была. Да-да-да, шикарно. Танцуешь и дерешься. Помню его лунную походку, просто там великолепно. Да, шикарная игра. Так, 24 бакса. И мы все уставшие уже, блин, вообще не знаю. Какое настроение хорошее. Ну пошли в пиццерию, может заглянем, поработаем, отдыхать, что еще делать. Хотя надо бы зайти сюда сначала еще. Давайте вернемся в тренажерку. Поспарингуем, чтобы день не пропал зря. Еще 3 очка получим, да, чтобы перки прокачивать. Чем покупать Дэнди, скачай эмулятор. Ну, кстати, у меня даже джойстик есть для компьютера, мог бы и так играть, но... Все-таки... Это же, не знаю, как сказать... Классика. Приставочка отдельная, что-то в этом есть. Эмулятор не то, да, типа... Так, пиццерия, давайте поработаем. Еще еды нету, боже. Ну ладно, хотя бы одну пиццу отвезем. Давай. Доставить пиццу. Надеюсь, я успею до того, как умру голодной смертью. У меня вообще там дома еда осталась какая-то. Ладно, предстоящие бои. До дома, до хаты. Езжай. Дэнди с предустановленными играми, классика. Да нормально там, не так уж много игр предустановлено. Надо ХП восстановить, короче, отдыхаем. Отдыхаем, кушаем. Добиваем ловкость до 5 и на бой.
Так. Хочешь ностальгии, купи нормальную денди, а потом дуй за на картриджи, чтобы запустить. Да-да-да. Помню, можно было смочить, если контакт плохой, там немножко. Ну, у меня где-то есть коробка, говорю, у меня коробка, там денди даже есть, но она раздолбана, там блок питания заменен какой-то. Картриджи не с первого раза читает. Ну, сами картриджи, в принципе, есть. Вот можно купить денти, найти эти картриджи и шикарно поиграть. Там гонки классные, просто Pro-Am 2 есть, еще там что-то. Так, ладно, давайте. Вот парень с ловкостью. Ну, блин, он слишком усилен. Этот чувак на первом-втором месте где-то там находится. Боюсь, он меня все равно отделает. А, ну, давайте попробуем. Немного перков еще, видите. В принципе, надеюсь, мои блоки будут ему дебафать ловкость. Да, что-то я, правда, не блокирую нифига. Просто меня накостылял, да? И выносливости не хватает. Короче, надо все качать. Печально. Что-то мы достигли кого-то пика. Надо зарабатывать на допинге, короче, я понял. Надо идти к продавцу... зелий. Дебаф-то вешается периодически, но я что-то даже использовать толком не успеваю. Возможно, надо брать перк долгоиграющий, чтобы они дольше действовали. Думаю, да. 5 очков. Так, деньги есть, немножко есть. Да. Так, сколько стоит? 24. Давай тогда мы... Тренировка с лапами. А, на сегодня нельзя. Тогда в тренажерный зал пойдем. Надо записаться. С кем мы дрались вот? Сальвадоро Панчес. Видите, он топчик, он на первом месте. Угу. Пока. Пока на первом месте. Пока. Кстати, да, у меня родители часто на Дэнни в Доктора Марио играли. Помню, шикарная игра тоже, где падают эти капсулы, лекарства, типа... И бактерии убиваешь, блин, шикарная тоже игра такой. Мне очень тоже нравилось. Что-то идем, тренируемся до того, как день не кончится. Потом подходим к нему, качаем перк. Да, такой план, наверное. Другого пока ничего не придумал. Значит, надо ловкость и выносливость. Давайте выносливость. Побегаем. Ну, хоть что-то. Просто поднимем общую физуху. Так, давай. Боксируй тут. Там голубая бактерия крошем называл. Почему крошем? Так, да, и сразу спала. Будет завтра. Так, в принципе, надо еще выносливость поднять. Может это? Вроде она поднимает как раз эти две штуки. Да. Семьдесят третий день. Эту игру, наверное, играть там дней 300 пройти. Ужас. Это надолго. Блин, еще есть захочу сейчас. Слушайте, печаль. Выносливость таким. Проблема. Ладно. Пока пошли к этому чуваку. Давай с лапами пойдет. $5 себе ставим на проезд. $5 на проезд, представьте, просто ужас. Я, кстати, думаю купить Don't Starve Together на пиратке сыграл, но надо бы онлайн попробовать. Ну, не знаю, Don't Starve. Что-то как-то мимо меня прошел. Крош из смешариков похож очень, еще новый был.
Ну, у меня ассоциации другие. Я в Марио, доктор Марио играл, когда еще смешариков не было в проекте. Так. Что хотел взять? Вот. Наверное, стоит долгоиграющий докачать. Все положительные эффекты длятся дольше. Все наложенные на противника негативные эффекты также длятся дольше. Вот чтобы вот где-то дебаф от скилла, когда мы блокируем, у него дебафается ловкость. Чтобы этот дебаф больше висел, думаю, стоит этот перк взять. Всяко пригодится. Да. То есть, в принципе, основную ветку мы выучили нашу. Можно, конечно, вот выйти к пути черепахи. Тут еще пара перков по черепахе. Из медведя только возьмем все, наверное, что можем еще. Что нужно. Кстати, силовой блок. Тоже вариант. Это надо рассечение брови брать. Я бы взял блок оттуда, из черепахи. Короче, надо размазать их взять. И эти перки, наверное, до конца. Потом посмотрим. Короче, все надо качать. Так. Да, и надо идти питаться. Как все сложно. Деньги нужны. Завтра бой. Да. Да. Слушайте, я пиццу-то доставить не смогу, у меня голод начнется. Зачем сюда приехал? Еще иди сюда, все. Кушай. Да, вообще. Пошли деньги зарабатывать. Вперед. Три пиццу. Да. Видите, тут прям наглядно в этой игре видно, как сложно поддерживать хорошую форму, когда ты на серьезный уровень вышел, то ты и день не тренируешься, это сразу спад получается. То есть надо регулярно тренироваться. А тут приходится ведь работать, там бои, всякое еще, чтобы выживать, да? То есть на тренировку времени так много не остается. Ладно, энергии не хватит, наверное. $62. Да. Сегодня бой. Ладно, давайте пробуем еще доставить все-таки. Хотя. Лишь черепак не сразится, но мне только 4 выносливости. Ну давайте спросите о специальной пицце. Попробуем. Взглянем на этого Стива Джобса. Не голодай, какая-то слишком жестокая песочница, Террария поприятнее, жесткая. Есть стримы по Punch Club с 1,5 зрителей, да, есть иностранные особенно. Так ладно, что за черепашка, типа, я самый сильный из братьев, Микеланджело, да, с нунчаками. В этот раз у тебя нет ни шанса. 218 хп, серьезно, серьезно, так, точность не такая высокая. Он тоже типа силовика. Хотя нет, он все-таки нет, он защищенный, он выносливость. Защита 11,7 защиты, то есть бронированный сильно. Ух, спинолом, козлай, полукик, пытка. Ловко снижать. Утомитель. Да, слушайте, он, в общем. Сильность хорошо, но это выносливость беспощадная. Да. Ну ладно, попробуем, что ж поделать. Fight. Let's Mortal Kombat begin. Комбо, ничего себе, давай. Ух ты. Вот ему ловкости это не хватает. Против моих сильных ударов. Чуть-чуть это было изи, да? Черепашки уже не те, да. 8 очков. Это был хороший бой. А мастер Сплинтер будет? Могу ли я называть тебя Данди? Данди Крокодил, да? Закончились братья. Ты великий воин, что ты хочешь награду?
какой вариант выбора? Смотрите, ничего не нужно было бы, было честью сражаться с вами. А, отстой, честью сыть не будешь. Было бы неплохо получить деньги за всю доставленную пиццу. All you base are belong to us. Как переводится, слушайте. Был талант на запрет блоков и уворотов. А, это который берсерк, да? Там, да-да-да. В твоей базе belong to us. Так, ребята, кто знает, какой вариант выбрать? Можете подсказать? Третий мемчик. Да, наверное, все-таки деньги, да? Все-таки деньги. Прагматично. Все, ваша база будет моей. Слушай, а может это тогда выбрать? Ну, давайте. Аушинс, конечно, манит. Но может там какие-то тренажеры есть, там что-то еще насчет базы-то. Это может что-то дать. Или просто честью, типа, уважить парней. Вот все хорошие варианты. Ладно, давайте, мемчик. Вся ваша база будет моей. Я не уверен, что понимаю о чем-то. Человек хочет видеть тебя, считает, что ты избранный. Вау! Нео! Нео! Это же... Это не крыса, это енот. Это служил мое уважение. Обучите специальному приему. Учитель Сплинтер. Новый перк — удар хвостом. Теперь ты знаешь, что хвостом можно бить, и это круто. Есть одна проблема, ты не можешь найти у себя хвост. Издеваетесь, какой бесполезный перк. Выходи к нам иногда, мы всегда тебе рады. Да. Да. Карта города, канализация. Значит, канализация там. Иногда можно будет заходить. Все, тут нельзя походить, там что-нибудь. Учитель. Так, все, видите. Да. Говорил, деньги бери, да. Роминус, наверное, ты был прав, но кто это, кто его знает. Дурацкий перк дали, серьезно. Смотрите, перки, удар хвостом. А прикиньте, это если ограничено, то есть и всего, скажем, могу 14 перков выучить. Тогда что, ни один бесполезный перк считаете? Да, шикарно, удар хвостом, это топчик. Ладно, что ж поделать. Пойдем, надо отдохнуть, похавать, все такое. Так, 62 бакса. Пиццерия. Нет, работать я не смогу, надо отдыхать. Надо... Все, поехали до дома. Поехали, блин, деньги-то тратить. Ай, ладно, что ж поделать. Время дороже. У меня нет еды. Шикарно, слушайте. Надо было в магазин заехать. Ладно, спим. Потом придется за хавчиком идти. Да, жизнь боль. Так, магазин, продуктовый магазин. Вперед. Так. И чтобы базу не отдавать. Ну или честью отстреляться как вариант. Что-то мне подсказывает, что ты бы так или иначе получил бы перк. Да, слушай, не Рокс, наверное. Хитрющий нот, нельзя им доверять, да. Ну, на самом деле, да. Ведь, знаете, в Японии считают, что там хитрые, самые хитрые — это лисы и еноты, тануки. То есть, одна фигня. Да, пиццу возьмем, порубаем. Ладно.
до дома, до хаты, потом, блин, денег вообще нету, мне еще надо заработать, жесть, все, нету. Что-то на работу теперь тащиться, я думаю, тренироваться надо. Ладно, давайте будем работать сначала, эту до 5 попробуем догнать и пойдем арбайтен. Сейчас еще спад будет. Печалька, слушайте. То есть надо с запасом брать, по идее. Вот сюда. Давай, давай, давай. Так, сейчас. Ладно. Сегодня бой. Идем работаем, потом идем на бой. Такой план. Пошли. О боже, даже на автобус не хватает до работы. Хоть еще пиццу разводи. Канализация. А слушайте, а там квест что-то осталось? Все. Не, все закрыто. То есть в канализацию зайти он что-то даст нам? Будет ли какой-то вариант? Так еще тут большой Боба. Надо будет к нему подойти. Так, тут надо что взять? Стань чемпионом лиги. И... Короче, надо качаться и становиться чемпионом лиги. Еще какой-то стероиды надо попробовать. Идем работать. Все. Делать нечего. Захват канализации такое, если честно. Я думал, у них такие-то тренажеры, они же черепашки ниндзя, то есть крокодилы ниндзя. 50 долларов, боже, энергии нет. Мне еще драться. Как все печально. Ладно, попробуем доработать. А мне еще бой, я не успею, да? Ладно, бой. Да. Начал с самых низов города. Работаем, а потом на бой, да? Ой, и ловкость опустилась ниже 5. Короче, не знаю. Ну, на бой все равно придется идти. Потому что это очки дает. То есть бой, если просто ты пропустишь, то ты просто 2 очка не получишь. Даже за поражение очки дают. А очки нужны, чтобы новые перки как раз изучать. Давай, давай, силой, силой удара, хвали его. Эх, выносливости не хватает. Мажем еще часто. Вот у него удары сильнее, он мажет, это сразу прям чувствуется. Так, вперед. Ну, еще ударчик. Шикарно, шикарно, мы смогли. Они на крысах тренировались. Вот и деньжат подкинули, только мне теперь отдыхать идти. Так, ну в принципе с этим я могу еще поспаринговать, да? Давай, спарринг. Еще очки заработаем. Нужны перки. Давай. Стоять жду. Ох, какие комбо выходит просто, ух, 84. Terrible damage. Так, лига новичков записаться. Так, 18, 25 уже надо на новый навык. Все равно придется идти отдыхать. И можно по пути еду купить, значит. Продолжаем магазин. Не. Лучше тратить деньги, потому что время тут дороже в этой игре. Так я чувствую. Это ставим. Ладно. До дома, до хаты. Поехали. Спим.
Думаю, надо посетить Роя. Угу. Ладно, пока посмотрел бы, но мне пора. Давай, Серега. Все путем. Так. Значит, опять бой у нас будет завтра. Думаю, надо бафнуться, опять потренироваться пойти. Хотя денег опять уже нету, еды нету. Как все печально. Я еще не доработал, да. Ну, туда-сюда далеко ездить. Ладно, потом. Давай. Что там, Адриана, как поживаешь? Влюбиться. И это сейчас, что мы вместе. А. Я, короче, понял этот принцип. Похоже, с девушкой все. То есть, тут какая фишка. Вы делаете подарок за $40. А потом она вас бафает на 4 дня, типа, влюбленности. А нет $40, нет вам бафа. Вот так вот. Я уже с Роем отдохнул, с дружбаном, надежным парнем. Так, мало отдохнул. Сейчас мы пойдем, потренируемся, покачаемся. Пошли, пошли. Тренироваться. Что? Машину чинить? Я вас понял, давай. Дорогая баферша, чего-то, да, вообще. О, все. Тогда теперь можно, да, тренироваться. Машину чинить, просто берет такой кувалду, хренак, чинит машину. Все, пошли. Помощь Роя. Так, вообще можно доработать сначала, сгонять. Нет? Мне потом на зал не хватит, пешком долго идти. Тренажерный зал сколько стоит ехать? $3. Пешком иди. Так, сегодня бой. Ладно, тренируемся, короче. И выходим на пик. Пытаемся победить. Значит, побежали. Не останавливайся. Потубасил двигатель кувалдой. Мол, починил. Ну да. Главное, это моральная поддержка. Ты вот помогаешь. Давай. Пять. Шикарно. Ну, пока баф, можем тренироваться, потом на бой пойдем. Уставшие. Так, эти тренажеры у меня оба дома есть. Можно какую-нибудь скакалочку использовать. Чтобы от тренажеров не уставать. На, давай скакалочку. Видите, сила ниже 13 не опускается, слава богу, из-за перка. Сейчас мы пока можем это покачать. Шикарно. Ну все, пойдем драться, да? Подпольные бои. С кем будем драться? Дэйви. Надеюсь, мы сможем законтрить его ловкость. Ну, потом пинки больше проблема. Ладно, мы, в принципе, неплохо уже подготовились. У нас даже защиты больше. Регенерация энергии больше, чем у него. Точность только, конечно, уступает. Ну, 0,7 уже получше, чем как раньше было. Вперед. Файт. Давай пару ударчиков ему пропиши. Вам главное попасть. Два удара попало, это больше, чем он там надубасил. Ну, ловкость, к сожалению, у нас. Выносливость здесь подводит. Так. Еще. Раз. Ох, сил нет.
Ведь он мажет, и силы это все равно тратится на удар. Надо еще там перегрузить. И с ним я смогу, наверное, что-то сделать. То есть, когда мажет, чтобы силы не тратились. Такой вариант там есть. О. Попал. И сейчас второй чувак будет. Так, выносливость. У него особо ловкости нет, ему ловкость дебафить в принципе не надо, но мне все равно тут не брать ничего. Разве что это пытка. Если навык активен, каждый успешно нанесенный удар имеет шанс понизить уровень ловкости. Да, и без разницы. Ладно, погнали. Давай. Да. Красава. Смог. Перебороли. $150 как с куста семечков. Шикарно, шикарно. Что значит, смотрим путь медведя. Путь медведя. Что у нас тут есть? Утомнитель. Если навык активен, каждый успешно нанесенный удар наносит дополнительный ущерб уровню энергии противника. Нет, надо еще попасть надо с моим развитием. Вот размазать их. Модификатор ударов. Если навык активен, все удары, не достигшие цели, вследствие ее уклонения, сохраняют половину энергии. Вот это как раз экономить энергию позволяет. Да. И берсерк. Если у противника 30% или меньше здоровья, он наносит на 30% больше повреждений. То есть это как вообще постоянный работающий навык. Давайте сначала тогда возьмем этот перк. Больше повреждений. То есть он постоянно с нами будет и место не займет. Так что давайте берсерка возьмем. Беспощадный. Персонаж не может использовать защитные способности, включая блоки, вне контратаки. А, то есть это вот этот красный не позволяет использовать защиту. Зато больше урона. Чисто в урон все, да? Нет, ну до беспощадного, боюсь, мне далеко. Берсерк возьмем, дальше размазать их, наверное. Но это уже потом. И будем путь черепахи, наверное, осваивать. Да-да-да. Как турка в ПВ будет с берсерком. Реально буду огребать просто. Да. А не с берсерком, имеешь это в виду? Как турка в ПВ. На чем ты, Роме, назовешь, я не понял. Да. Берсерк. Ну, мне тут нужно берсерк и размазать их, позволяет энергию экономить. В принципе, все. Пока все. И потом можно, значит, перейти и попробовать, ну, из пути черепахи дойти до сюда и что-то отсюда взять. Типа хорошего блока, вот, твердый блок и мясной 2. Выносливость до 8 поднять, и чтобы она не опускалась. Хороший вариант. Хотя тут, конечно, очков тоже надо много вложить. Ничего страшного. Тут хорошие перки есть, смотрите, тоже качок. Персонаж расходует меньше энергии, занимаясь на тренажерах. Ну, тоже неплохо. Чем ниже ХП, тем больше дамага. Фактически с... А, ты про турка, который турёху. Значит, я не сообразил. Понял, понял. Да. Тем ниже ХП, тем больше дамага. Нет, тут имеется в виду же у противника вроде. А, нет, да, это у меня. То есть, если у меня меньше трети ХП, дамаг возрастает. Прикольно, слушайте. Все буду умирать, и в конце какой-нибудь такой мощный удар там на сотку выйдет. Просто огонь. Так, а сейчас что мне надо? Бафчик пропадает, можно еще отдохнуть. Ну, надо, короче, еды купить, думаю. Дальше посмотрим. Продуктовый магаз. Так, долгий выход жизни. Я в ПВ 2-3 дня не играл. Завтра поиграю, завтра будет каноничный пятничный стрим. Я там, по идее, буду. Так, 15.
Но Укрин узнал, что такое биосерка. Спасибо за поддержку, Нерокс. Я вообще уставший спать хочу чуть после работы. Как думаешь? Так. Героический стримлер. Дом, дом. Дом, родимый дом. Так, мясцо. Пицца. Так, вариант такой, значит, немножко отдохнуть, потом отдохнуть у этого, опять бафнуться. Хорошо, что мы деньги на бою заработали. Ага. Сегодня бой для новичков. Дом Роя. Ладно, пошли опять бафаться. Сейчас опять заставят работать, да? Двигатель бить. Ой. Сидят, пивко пьют. Надо будет в бар с ним сходить. Сам после работы не отдыхает, скачка с работы. На ринг гоняет без устали. Ну-да-да. Ну да. Уже гоняю. Лишь потренироваться. Угу. Да, я понял, отлично, будем делать машину. На это целый день уйдет, чтобы в баф получить, может вообще забить на него. Просто тренироваться, серьезно. Потому что я пока с ним посижу, отдохну, время проходит вот. Сейчас я это побью, время пройдет. То есть вот, полдня прошло просто. И там баф 15%. Все легче просто, наверное, идти сейчас. Да. Такое. Пошли, 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 давай. Помощь роли. Так, тренажерный зал. Время не тратим на автобусе. Вперед. К скакалочке, наверное, да? Надо подкачаться. Надо подкачаться. Так. Все. До боя мы не успеем добить, да? Не успеем. Давайте я велотренажер. То есть беговая дорожка, чтобы завтра выносливость на четверку не упала хотя бы. Так. Ладно, пошли драться. Fight. Kick Swarm. Энергии у него дофига, защиты больше, точность не такая высокая. Он типа танка, у него на выносливость. Но я его должен побить без проблем. Уже бил. В сухую, да? Просто три удара и все. И это танк. Что-то у меня такое впечатление, что развитие путь черепахи тут пока самый слабый. Надо ну, либо силу, либо ловкость качать, да. Забавно, забавно. 100% просто три клозлайна. Три кросса прошло. Все. Так, деньги дали. Давай тогда к этому подойдем. Спарринг. Окей. Просто шотнул, да. Вот когда у противника у него. Да, у него точность тоже была невысокая, он слабо уворачивался. Мой удар он почему-то не вынес. Давай. Второй раунд. Спарик. То есть Сильвестр уже сколько раз я сбивал. Так, кстати, как мы там, в каком месте записаться? Мы третьи. Надо первое место занять. Тут осталось всего-то 44 очка, то есть скоро займем. Шикарно. Так, 12 очков на 26 не хватает. Денег нету.
Придется заново платить, да? Мне надо, короче, идти тогда. Поехали домой, там потренируюсь. Покушаю и тренируюсь. Поехали пешком. И тренироваться. Значит, можно это полупить. Наверное, стоило бы выносливость лучше покачать, надо вот так. Точность попаданий для меня тоже важна. Сейчас силам мне абсолютно хватает. Мне проблема с выносливостью, с точностью ударов. Ах, не догнал. Ладно, давай до 6. Я еще спадет, успеет. Может, зря я отжимаюсь. Бой-то у нас завтра. Хотя можно куда-нибудь загонять. Так. Надо еще поспать, отдохнуть. Так, я думаю загонять куда-нибудь. Может это где-то работка есть там по другим местам. То есть у нас тут в городе есть. У нас тут есть еще лагерь байкеров. Потом. Можно в канализацию еще заглянуть. К Дону пока рано. Пиццерия, видимо, так со спицей все. Давайте к байкерам заглянем. Блин, 3-2, вам пешку могу. Вот, большой Боба тут есть. Призов. Каких призов? А, наверное, тоже надо что-то выиграть, потом уже. Проблема решена. А, больше не будет шуметь. Спасибо. А то он шумел, мы ему слуховой аппарат нашли, теперь он шуметь не должен. От меня гостиница. О, настойку дали на энергию, слушайте. Да, вообще четко. Которая восстанавливает 50 энергии, половину просто. За бутылочку. Их там штуки 4. Угу. Там, блин, $12. Видимо, придется работать. Да, у байкеров наверняка найдется работенка. Нет? Я все еще жду своих glittering prizes. Что бы это ни значило. Так. Ладно, давайте в канализацию еще смотаемся. Пускай деньги потратим. И заработаем деньги. Там. Что, все? Просто пришел. И ничего. Нет? Ничего? Ну, понятненько. Ладно, пошли поработаем. Нужны деньги, надо еще купить какие-то допинг у чувака, который там эликсирами торгует. Давай еще поработаем. Добьем ловкость до 6. И все будет четенько. Все, прекратить. Так. Подожди с боем. Пошли шарнемся. Странно, что нет терминатора в лагере байкеров. И правда странно, он бы там вписался. Спорттовары, поехали, давайте. Че, баф на силу возьмем? Хотя можно и на ловкость взять, чтобы попадать. Мистер Пропер. Так, один тренажер остался. Винчун. Есть. Вот, продавец эликсиров. На кого он похож? Качок в очках. Какой-то тоже же герой, кстати. Енот 5 баксов кидан? На 5 баксов кидан. Ну, а, да. За проезды. Разводка. Так, на время увеличивает силу, на время увеличивает ловкость, на время увеличивает выносливость. Вот мне интересно, как он увеличивает. На определенное число или на проценты? То есть, если на проценты, то мне выгоднее силу взять, потому что мне больше всего.
А давайте ловкость возьмем, то есть я еще до 6 ловкости докачаю. Давай, шарнемся ловкость. Волшебная ловкость. Ловкость магическим образом увеличена, магия опасная штука. Магический эликсир. На вкус так себе, но эффект определенный есть. Правда, я бы тебе посоветовал быть аккуратнее со всей этой магией. Давай, 7. Твоя ловкость магическим образом увеличена. Магия, опасная штука. На +2 увеличивает, да? По-моему, это просто чувак из Breaking Bad. Что за Breaking Bad? Что-то не помню. Ладно, поехали до дома, отдохнем и добьем до 8. Мяу. Раньше она молчала. Котик. Так. Настоечка есть? Вот настоечка магическая, шикарная, травяная, 50 энергии. Давай кушай. Так, котик погладим, может что будет. Шикарно. Так, журнал событий, значит, вот мы с этим закончили. Сейчас вот это все есть, полный вперед, выбор. Значит, мы на выбор, потом далекие земли какие-то ответ. Сейчас выбор. То есть к Бобби подходил и зная, что должен признать, я был неправ к музыке. Это я не знаю, как открыть. Привет, Дарк Артур. Во все тяжкие. Да, реально во все тяжкие просто. Наркота. Кота 80 дней не кормят, еще бы он не мелко. Серьезно, я тоже удивляюсь, почему он не кормит кота. Сам кушает мясо, куски, а кота не кормит. Он и рыбок не кормит, прикиньте. Если под бафом взять перк, не позволяющий стату пасть, что будет? Ну, возможно, можно взять. Но и до него еще докачаться надо. Да. Всем привет, ребят, еще раз, да. Чемпион. Надо выиграть лигу, стать чемпионом лиги. Потом, может, что-то пойдет. Потом надо выигрывать подпольную лигу. Так, ладно, давайте докачиваемся. Есть пробовать что? 59. 60. Так, 40. Можно съесть еще одну, давайте. Докачиваемся тут. Идем на бой. Мы покажем всем нашу супер силу и ловкость. Я думал, ты забил с этой игры, ты потел. Почему забил? Нет, я 2 раза уже полностью стримил так долго. Нормальная игра, да, пройти можно. Вполне. То есть я просто стримил ночью. Да. Рано утром. На ютубчике я все выкладываю, если пропустите, там все будет. Правда, конечно, не сразу, там надо порезать все, обработать. Так. На самом деле, бы и выносливость покачать, чтобы потом не спало. Давайте немножко. Время есть до боя. А то в начале дня каждый раз же статы немного спадают. Все, хватит. Поехали на бой. Подпольные бои. Ленни Московиц. У ворот у него не особо, мы его сейчас побьем. Тут есть апперкот. Ладно, просто побейте его. О, долгоиграющий. А вот второй может будет каким-нибудь. По идее, проблем не должно быть. Во. Вы че? Он стал чаще попадать, заметьте. 105. Топчик. Отлично. Видите, точность 0,9 уже. Хотя бы попадаю. У него ловкость высокая, будет уворачиваться, и точность высокая. Ну, у меня есть дебаф на железного воду. Так что должен справиться. Давай. Рэй. Да. Шикарно. Слушайте, а с эликсиром меда оно как-то так пошло прямо хорошо, да? Заметили? А, $150, вот и заработал. Я же как подсяду на допинг, серьезно. $200. Ух ты. Еды можно накупить, можно вообще на тренажер скопить. Купить полностью тренажер. Так. А что мы имеем? Бои. Тут мы в желтой зоне, скоро в красную зону выйдем. Ну, еще тут 20 очков и будет уже в красной зоне.
А тут следующий бой завтра. Мы на третьем месте. Еще не доходим до конца. Эх. Ну и в принципе надо тренироваться идти, да? А выносливость качать. Эти энергии не максимум. Ладно, пошли до магаза для начала. Берем мясо. Все, мясо по максимуму давайте возьмем. Так, все, хватит. Идем в тренажерный зал. Давай. Спарринг. Качаемся. Усиленно. Ну да, любому линию закончил, можно на допинг подсесть, типа, да? Все, эрекция больше не нужна, типа, все, ты чисто спорт. Пофиг на гормоны. Да, черный юмор, конечно, такой. Спасибо за подписку. Ну, девчонки. Ну как оно? Хотя чё, о чем вы? У меня же допинг, все. Какие девчонки? Так, значит, потренируемся. Давай, беговая дорожка. Беги, Форест, конец 80-го дня. Ух, как все спадает. А, вон есть, это же скакалочка, точно. Поскакали. Сегодня бой, слушайте. Сегодня бой, да. Угу. И прям тут же. То есть мы прям после этого... Ах, хотя ладно, не важно. Так. Стоять, это 8 уже. А вот это всего 5. Побежали. На... И силовое развитие мне приходится подкачивать другие стороны, да? Все, выдохся. Ну давай сейчас скакалочку. Хотя энергия. Мне на бой энергии-то хватит, а ладно, какую-нибудь энергетику куплю. Папки есть пока. Хочу до 6 добить так-то эту штуку. Ой. Голоден еще, да? Я, похоже, не добью. Печаль. Да, не добьем. Ладно, идем на бой, на голодный желудок. Бой. Кик словом. Да без проблем, мы его сейчас и забьем, но защита не спасет. Да. Ух, хороший ударчик. Ну, на этот раз не в сухую, но тоже неплохо. Вот, нормальные деньги стали за бои давать. Так, мы на каком месте? На втором, 40 очков. Мистер Кикюсе. Какой-нибудь топчик, да? Что у него, кстати, есть, мистер Кикюсе? А опять же, у него выносливость главное. Активное умение. Шаровая молния, кстати. Удар уничтожающий 30% имеющейся энергии оппонента. Ничего себе. Мало урона, но энергию тебя его уничтожает. Ух ты. Удар правый. Просто удар. Силовой блок. Заблокирован тем навыком, сила персонажа временно возрастает. Любая такая. Противник заблокирован, но сила персонажа временно возрастает. Ага. Понятно, силовой блок. Если у персонажа осталось 25% или меньше энергии, все его навыки потребляют на 70% энергии меньше. Интересно, какой с энергией работает парень. Какой-то странный парень. Хотя 31 очко, я могу что-то выучить. Так, вон он, путь медведя. Хейхати. Что за хейхати опять? Что за странные слова ты говоришь? Утомнитель. Нет, это не мое.
размазать их. Все удары, не достигшие цели, вследствие уклонения, сохраняют половину энергии, которую должны были потратить. Вот это экономит энергию, кстати, можно взять. Да, давайте возьмем. Что будем брать? Так, сейчас надо похавать, отдохнуть. И бой у нас когда записаться? Бой еще не час. Хайхати. Так. Давайте посмотрим. Так. Хайхати. Слушай, да, это стеки на хайхате, серьезно, кикюсе. Да, согласен. Так. Дом. Пока я в тренажерном зале. В тренажерном зале зайдем в магазин. Купим еще еды. Да. Самый калорийный. Чтоб часто не. Да. У меня забит, ничего себе. Холодильник забит. Пиццы, что ли, набрать, серьезно? Что я вообще забуржую? Такая пицца 17. 20 долларов. Пицца, в принципе, тоже неплохо, кстати, да? За 18 долларов она восстанавливает 34 хп. Похуже мясо, но тоже неплохо. Давайте возьмем пиццу. Энергетик, кстати, ну, не получше есть. Так, и отправляемся до дома. Покорми меня, слушай, он заговорил, серьезно. Что, кто, слушай, он заговорил. Похоже, мне не стоит связываться с химией. Кот говорит, покорми меня. Серьезно. Че, он опять его погладит только, да? Я думаю, скоро с котом придется драться, да? Жесть. Как его покормить? Спустя 80 дней, он говорит, покорми. Ну, как правильно тренироваться, ну это да, это я читал. Так. Блин, я не против тебя покормить. Вон рыбки, кстати, есть. Ну, кот меня удивил, конечно. Давно надо было ему заговорить. Мясо. И отдыхать. Можно, конечно, настойку выпить, но, в принципе, не к спеху. Бой только послезавтра. Так. Ну ладно, наверное, на этом хватит. 7 часов у меня сейчас вечера. Пожалуй, какая-то серия уже у нас. 9-я, кажется. В общем, серия закончена. Пойду отдыхать. До магаза, что ли, сходить. Или вообще спать завалюсь, ночью проснусь. Серьезно. Можно еще так ночью бойцовский клуб погнать. Так, завтра еще будет, значит, каноничный пятничный стрим. Значит, 7 часов я должен быть, Уникал. Артур, кажется. Слушай, да, купить еще баночку допинга, вариант неплохой. Может, и рыбки заговорят. Ну, смотрите, мы далеко прошли, да? Тут. Чемпион, стань чемпионом лиги. То есть надо выигрывать эти чемпионаты, дальше посмотрим. Как станем чемпионами подпольными, и с Доном пойдет дальше ветка. А вот с Бобом я не знаю почему, что ему за призы нужны, может, эти как раз. Тогда и с Бобом дальше пойдет. Профессиональная мультикарта, победив плей-офф претендентов. Ну да. Вообще надо побеждать. Нет, самовара вроде не будет, он не отписывался, не знаю, куда он пропал, что с ним. Самовара, видимо, не будет. Вообще надо бы и в ПВ поиграть, да, то с этой игрой я в ПВ опять-таки забросил, да, не тренируюсь в ПВ. Опять буду играть, будут ворчать рандомчик. Ну ничего, мы уже близки к прохождению, так что скоро пройдем, и на ПВ больше времени будет. Давайте какой-нибудь клипчик по традиции.
Какой-нибудь боевой можно, да? АМБ. Так. Например, по Тенджоу Тенге, например. Есть что-нибудь, может... Только надо найти. Да. Ладно. Короче, всем спасибо, удачного вечера, я пойду отдыхать. Подкосила его Дипония. Он Дипонию стримил? Что-то я, кстати, не видел. Надо будет посмотреть записи. Ну ладно, комрады. Всем удачного вечера. Shot myself in the back again. 'Cause from the infinite words I can say, I put all the pain you gave to me on display, but didn't realize, instead of setting it free, I took what I hated and made it a part of me. Again, I remember when it started happening. I see you in every thought I had, and then the thoughts slowly found words attached to them. And I knew as they escaped away, I was committing myself to them. And every day I regret saying those things, 'cause now I see that I took what I hated and made it a part of me. You go, so get away from me.